Здравствуйте, друзья! Меня зовут Инна, и это канал «Творчество для всех». Сегодня я хочу вам показать, как сплести вот такую цепочку. Быстро и просто. Ее можно плести как из бисера, так и из бусин, из ранделек, из беконусов, из чего хотите, что у вас есть. Для работы необходим, вот у меня в данном случае, такие рандельки черненького цвета и вот такие вот мультиколор. Ну и также ниточка, иголочка или леска, мононить, у кого что есть. Делаем набор. Одну черную, одну мультиколор, одну черную и одну мультиколор. Проводим по ниточке. Замыкаем колечко. Я завяжу на пару узелочков. Далее мы пройдемся немножечко. Я выйду через черную беконус. Рандельку, извините, пожалуйста. Будем делать набор. Один мультик, одну черненькую и один мультик. И входим в эту рандельку с противоположной стороны. Переворачиваем и поднимемся вот опять к черненькой ранделечке. Ниточку подтягиваем. И опять делаем набор. Один мультик, одну черненькую и один мультик. И входим опять с противоположной стороны. Переворачиваем работу, ниточку не забываем подтягивать. И поднимаемся опять к черненькой. Ниточка выходит с этой стороны. Делаем опять такой же набор. И опять входим с противоположной стороны. Опять переворачиваем. Ниточку подтягиваем. Опять поднимаемся вверх. И продолжаем также. Мультик, черненькую, мультик. И опять входим с противоположной стороны. И так дальше продолжаем на ту длину, которая вам необходима. Ну, в этом и заключается вся работа.
То есть это получается быстро, просто и довольно симпатично. Можно использовать как браслет, так и просто как цепочку. Можно повесить на нее кулон красивый. Это будет отличным подарком для родных, подруг, для себя любимой. Да, хочу заметить еще то, что вот черненькие ранделечки у нас как осевые идут. А мультиколор у меня идет с двух сторон, поэтому, соответственно, и черных нужно в два раза меньше, чем другого цвета. Кому понравилось, ставим лайк. Кто еще не подписался на мой канал, подписываемся. Ну, а я с вами прощаюсь до следующих встреч. Пока-пока.